Да, и к вопросу, да, вопрос Тенхага, так его заглавил прям сразу. Вопрос, который и в Телеграме много кто у тебя спрашивал, и перед этим стримом, и вообще. Ну и в Бусти, вот в частности, Микошутка так сформулировал. Ты много... Мага-шутка. Макошутка, Да. да? Да. Много раз отвечал на этот вопрос, но подведи итог работы Тенхага. Сначала с позиции его адвоката, а затем с позиции обвинителя. Ну, по-моему, очень интересный формат предлагается, так что давай попробуем Давай. действительно. Ну, сначала требуется с позиции его адвоката. Ну, смотри, Любой какие... стрим пересматривайте, предыдущий. Да, ох уж эта лысая солидарность. В принципе, тут можно ориентироваться не только на любой стрим, но и на стратегическое ревью, которое сейчас проводит команда Джима Рэтклиффа. И если бы они хотели, как уже очень в клубе поменять, там же идет перестановки на всех уровнях сейчас, если бы они посчитали, что это как прямо часть проблемы, они бы уже, возможно, сделали. И результаты позволяют, болельщики бы не сильно этому противились бы. Но если верить инсайдам, и в принципе на это очень много самых разных намеков, считают иначе. Они считают, что все-таки Тенхак может быть не решением проблемы, и не факт, что им по пути в будущем, но Тенхак и не основная проблема. Основная проблема – это непоследовательность и среда, которая была создана в клубе в принципе. Это если говорить глобально. То есть глобально проблема Тенхага, вернее, проблема клуба, из-за которой страдает Тенхак, это непоследовательность, которая в частности проявляется в том, что Тенхак вынужден был слишком сильно влиять на трансферную политику. Ему не оказывалось в этом отношении нужной поддержки. То есть он хороший тренер, который пришел в команду, где состав категорически ему не подходит, во многом в зонах, вернее, ему не подходит. И вместо того, чтобы предложить ему видение того, как этот состав можно перестроить, очень много Манчестер Юнайтед просто так или иначе приходил к нему же за его непрофильной работой. То есть я говорю сейчас в первую очередь о количестве футболистов, которые так или иначе знакомы с Тенхагом, которые в Манчестер Юнайтед пришли и не закрыли те позиции, которые должны были закрыть, не показали уровень, который должны были показать. То есть мне кажется, что вот эта вот линия Эрик Тенхак получил состав, который нуждается в перестройке, и в ходе этой перестройки не получил нужной поддержки, которую получил бы, ну, допустим, в Манчестер Сити и в другом клубе со слаженной структурой управления. Это не отмазка, это объективная реальность. Мне кажется, что действительно на это можно упирать, если мы хотим Тенхага защитить. Второй момент, который нужно фиксировать более локально, который касается уже этого сезона. В принципе, первый сезон, учитывая, какие перед ним были задачи, какие у него были преграды, его скорее нужно заносить в актив. То есть более-менее даже болельщики были довольны Тенхагом после первого сезона. Хороший промежуточный переходный сезон. Что-то пошло не так именно в этом сезоне. Если рассматривать контекст этого сезона, то нельзя не акцентировать внимание на том, что у Манчестер Юнайтед огромное количество травм, причем часто это травмы именно на тех позициях, которые особенно важны для того, чтобы у Манчестер Юнайтед было узнаваемое лицо. То есть, вот тут вот, может быть, уже не выдержит критик Тенхага во мне и скажет, что да, безусловно, можно было быть гибче, но в таком случае адвокат Тенхага уже скажет, но Тенхаг – это тренер, который проверен работой с конкретным стилем. Его звали строить и должны помогать ему строить этот конкретный стиль, а не проявлять гибкость в условии адских травм. То есть, по сути, тестируются те его навыки, не за которые его приглашали. И тут, ну, как и во всем этом мысленном эксперименте, обе точки зрения имеют долю истины. Но вот если на Тенхаговской настаивать, то в этом сезоне во многом проверяются не те качества, за которые его приглашали. Наверное, нужно проговорить,
Вот, чтобы вот это вот, вот эти слова про состав, про проблемы, про несовместимость не звучали слишком общими, нужно несколько примеров привести. Мне кажется, часто говорят, и вроде как это уже достаточно хорошо освещено во всех местах, это первая стадия, желание коротко выходить, и где, на каких этапах, кого не хватало для того, чтобы играть таким образом. Это, мне кажется, достаточно неплохо освещено. Если что, поправляйте, но вряд ли нужно об этом говорить. Но мало, например, говорят о том, что Тен Хаг делает без мяча, как это должно в идеале работать, и как это работает на практике. В идеале его система прессинга в Аяксе, она основана на персональных ориентировках, на свободном фланге у соперника и на достижении максимальной интенсивности в конкретной зоне. Это что у нас означает? Это означает вот примерно такое расположение, все персоналят, и тут не должно возникать дыр в прессинге, все идут до конца. Одна свободная зона – это фланг, на котором располагается не самый сильный с точки зрения розыгрыша защитник соперника. Его изначально оставляют чуть более свободным, но по ходу развития атаки, передавая друг друга, его все равно накрывают, просто он получает секунды свободы. Зато если соперник пасует в ловушку, то все строится, тут получается максимальная интенсивность прессинга у Аякса, у Манчестер Юнайтед не получается. На практике что мы получаем? Мы получаем, во-первых, очень часто ситуацию, где вот есть этот разрыв, где тут просто не следуют до упора защитники, просто потому что они постоянно меняются, и не все из них соответствуют этим требованиям. Второй момент – это даже когда система работает у Тен Хага, она все равно достаточно сильно зависит от индивидуальной игры. То есть тут очень много персональных ориентировок. Если понижается качество людей внутри этой системы, понижается работоспособность этой системы. Мог ли он выстроить другую, не проявил он гибкость? Да и да, это мы уже как бы обсуждали. Но в то же время его работающая система выглядит так. И она, ее очень тяжело внедрить в нынешний Манчестер Юнайтед, и становится еще тяжелее на фоне травм. Как бы по этой системе травмы бьют сильнее, чем по многим другим, по тем, которые основаны больше там, на зонных ориентировках, на зонной обороне, либо которым прессинг вообще не нужен. И проблема еще одна заключается в том, что с такой заточенной очень сильно на индивидуальной дуэли системой у Манчестер Юнайтед не всегда получается, не меняя настроек принципиальным образом, а просто примерно то же самое дело, действуя на своих настройках, садиться и играть без прессинга. То есть для того, чтобы играть в футбол Тен Хага таким, каким он был в Аяксе, нужно, во-первых, хорошо прессинговать, во-вторых, хорошо владеть мячом. Если этого не получается, и ты очень часто оказываешься в низком блоке, то вот эти вот слишком вот эта чрезмерная заточенность на персональную игру, особенно в середине поля, она начинает вредить. И особенно она вредит из-за вот этих позиций, из-за позиций вингеров. Если мы сравним, кто на этих позициях был в разные времена в Аяксе и кто сейчас, то мы придем к пугающему выводу, что у Тен Хага в Манчестер Юнайтед есть только один работоспособный вингер, и это Антони, который проваливается во всех остальных отношениях. То есть, какой фирменный пропущенный гол Манчестер Юнайтед в этом сезоне? Это катбэк. Почему возникает катбэк? Ну, катбэк – вот откат назад под удар после того, как случилось проникновение на фланге. Почему он случается? Потому что тут либо выключается, либо не дорабатывает вингер, полузащитник вынужден смещаться сюда для того, чтобы подстраховать. В опорной зоне либо никого не остается, если садится встречать навес другой полузащитник, либо остается один на одну огромную зону. И этим соперники пользуются. Почему так происходит? Потому что нет по-настоящему работоспособных вингеров. Хотите это замаскировать – не проблема. Вернее, для другой команды не проблема. Больше владеете мячом и прессингуете. Но вы не можете делать ни того, ни другого, потому что для этого нет нужных инструментов. То есть очень долгий спич, очень трудный спич, но основная мысль в том, что я хорошо понимаю,
в каких точках, по каким причинам система Тенхага не работает в Манчестер Юнайтед. И это не прямая вина Тенхага, что эти точки у Манчестер Юнайтед так оголены. Это вина внешних обстоятельств и вина той среды, тех людей, которые не оказали ему достаточной поддержки в формировании состава, которые нагрузили его не его работой. Вот так я вижу позицию адвоката Тенхага. Мне нужно точно быть кратче, когда я буду обвинителем. У тебя легко получится, я думаю. Да. Ну, всегда, на самом деле, набрасывать проще, чем... Набросить это просто всегда в одно предложение, что-нибудь резкое сказать, а потом... Давай. А потом нужно будет на 4 абзаца объяснять, почему... Ну, или там даже больше, почему в интернетах кто-то не прав. Набрасывать всегда проще. Ну, тут, во-первых, у нас есть результаты. Вы будете там рассказывать кому-то другому сказочки про травмы, про то, что купили игроков... не тех, что слишком много полномочий дали, вообще странная претензия, слишком много полномочий, это же как кому-то будет даже хорошо, если... Потом как работал в таких условиях, еще в Утрехте и в Аяксе? Да, нет, в Аяксе не совсем в таких, в Аяксе как раз таки было хорошее разделение. Ну, короче, смотрите просто вот на результат и на ресурс у клуба. Ну, не важно, что там этих футболистов, что они недоступны там 90% времени. Они есть в зарплатной ведомости, мы на них потратились, это решение там по многим из них было согласовано, либо даже инициировано Тенхагом, ну, значит, он и виноват. То есть, была ли возможность у него отказаться от этих дополнительных полномочий? Может быть, он сам активно в это лез? Это очень хорошие вопросы, которые, может быть, и помогли бы рассудить эти позиции. Но так, в глобальном контексте, они формулируются очень просто. С одной стороны, вот эти вот обстоятельства, которые я постарался изложить, и чтобы... они выглядели, и чтобы они выглядели цельно, нужно было действительно подробно в них погрузиться. С другой стороны, у нас есть результат, который очень многое перевешивает, он неудовлетворительный, МЮ выступает ниже своего ресурса, в этом сезоне особенно плохо. Нельзя сказать, что был хотя бы, кстати, тоже важный аргумент обвинителя, нельзя сказать, что был хотя бы... один такой хороший, хотя бы там на 2-3 месяца отрезок игры именно в стиле Тенхага. Даже когда что-то начало получаться после Нового года в прошлом сезоне, они играли немножко в другом стиле, и нельзя сказать, что именно механизмы Тенхага работали. То есть, когда он что-то уже начнет строить, это пока у нас видны, с одной стороны, компромиссы, с другой стороны, недокомпромиссы. То есть, и недостаточно адаптируется, чтобы стать тренером, который вырулит с таким количеством травм и играть совсем в другом стиле. Но в то же время свой стиль даже на 70% пока не может построить. Ну, единственное, что, на что он может указывать, это вот состав там не тот, тут не тот, и мне не помогли его собрать. Ну, это слабая позиция. Это слабая позиция, безусловно. Ну и плюс еще строгость, дисциплина, которая не очень хорошо, именно не очень хорошо ему у него получается наслаждаться в таком клубе большом, как Манчестер Юнайтед. Там Санчо, наверное, самый главный пример, который особенно яркими красками в последние недели засверкал. На выходе я считаю, что как раз-таки это такой очень пограничный случай с точки зрения оставлять либо увольнять. Я думаю, что нужно рассматривать, во-первых, новый проект Манчестер Юнайтед, поскольку у Джима Рэдклиффа, может быть, у него тоже ничего не получится, но у него, в отличие от старого режима Манчестер Юнайтед, есть, по крайней мере, четкое видение, что они хотят строить. И если Тенхаг как тренер, не тот Тенхаг, который мучается в МЮ, а в целом Тенхаг как тренер этому видению соответствует, хотя бы на уровне стилистическом, если Манчестер Юнайтед с Тенхагом и без Тенхага хочет двигаться в эту сторону, тогда, конечно, его надо оставлять. Если Тенхаг этому видению не соответствует, то он хороший момент для того, чтобы его убрать. Не столько потому, что он в этих трудных условиях не вырулил, а больше потому, что ну, просто другое видение у Джима Рэдклиффа. Может быть, он хочет там не Аякс, а Red Bull строить только в более продвинутых масштабах.
Я, наверное, не соглашусь с тобой, когда говоришь, не было ни одного отрезка на протяжении хотя бы месяца, полутора, когда Манчестер Юнайтед играл именно так, как хочет Аякс, как хочет Тен Хаг. Ну, был такой месяц, только этот месяц видел лишь ты и еще несколько болельщиков Манчестер Юнайтед. Это были сборы перед этим сезоном. Что... У меня до сих пор на компьютере есть в папочке отдельный тот самый матч с Лансом. Как они выходили из обороны! Вот я знаю, что некоторые люди тоже любимые видео хранят у себя вот в папочках на компьютере. Да. У меня это тот самый матч против Ланса.